По популярности в мире Ферби просто нет равных. Впервые игрушка была представлена в Америке, на Рождество в далеком 1998 году уже в первый сезон стала самой популярной и продаваемой игрушкой. В течение первых лет производства было продано более 40 миллионов штук в 57 странах мира. Каждый Ферби обладает своим индивидуальным характером, у него меняется настроение и выглядит это очень естественно. Ферби любит танцевать. Кэти даже шутить, а 6 датчиков, на макушке, на животе, во рту, на спине, хвосте и 6-й это датчик уровня наклона, позволяют Ферби реагировать на ваши действия. Благодаря LED-дисплеям, Ферби Бум обладает красивой анимацией глаз. Ферби совсем как живой и к тому же совершенно не назойлив. Если вам в данный момент не до него, он самостоятельно заснет и будет ждать, когда вы обратите на него внимание и захотите с ним поиграть. Эта игрушка станет отличным подарком, который порадует как взрослых, так и совсем юных обладателей Ферби. Отзывы покупателей. Нашему питомцу уже месяца 2 точно, занятный. Давно хотела какого-нибудь робота купить, а тут поняла, что и детки подросли, и им было бы интересно. Нам скоро 3 годика будет. Долго думала, сомневалась, не испугаются ли. Даже видео показывала, и им явно он понравился. Решил побаловать свою дочурку этой лучшей, как говорят, игрушкой в мире. Она ее очень хотела и прожужжала мне все уши. Заказал в этом интернет-магазине, с доставкой не затянули и вежливо ответили на все мои вопросы, поэтому и не жалко отзыв оставить. Спасибо, удачи вам в делах. Купила Ферби сыну на день рождения. Он такой милый. Забавно говорит, смеется на все прикосновения и издает звуки. В общем, функционал широкий и уверена, что как часто это бывает, через неделю ребенок эту игрушку не забросит в долгий ящик. Рекомендую как отличный подарок ребенку. Ссылка в описании.